Эй, чемпионы, ну как вы? Честно, было лучше, пока я твою рожу не увидел. Нормально. Слушай, как там твоя бабушка? Спасибо, начальник, приятно, все хорошо. А вы как? Я нормально, вот делаю вид, что мне абсолютно не насрать на твою бабку. Зачем спрашиваете тогда постоянно и постоянно говорите, что вам наплевать? Послушай, я стараюсь быть добрым. Да, я понимаю, что вы из низших слоев общества, что азбуку вкуса вы видели только в фильмах. Зарплата выглядит как стандартные чаевые любой проститутки. Да и у вас в гардеробе по-любому есть деловой костюм от Zara. Фу, блять. К чему это все? Я к тому, что у всех было трудное детство. Я помню, как отец мне подарил последнюю бэху. Зная, что я фанат Мерседеса, мне приходилось ездить на этом говне в школу. Он меня не любил. Твоя премия. Ладно, у меня к вам важное дело. Пошел ты! Я устал тебе помогать! Внимательно! Так получилось, что в этом месяце в бухгалтерии произошла ошибка. По документам у меня зарплата вышла на 5 нулей больше, чем обычно. И поэтому приедет проверка. А чё ты от нас-то хочешь, жидкий? Спокойно, спокойно. Вам нужно всего-то... Прикончить бухгалтера, взять вину на себя, отсидеть 7 лет, пока я все почищу и свалю в теплую страну. Ты за кого нас держишь? Ладно, он тупой со своей сраной бабулей. Но я на такое не пойду. 7 лет сидеть из-за 1000 рублей. Да чё вы до моей бабушки докопались? Понятное дело, что 7 лет не так уж и много, но... Ну, чур, я сплюню у параши. Все вот эти темы со швабрями к напарнику. Мне положение не позволяет. По рукам. Удачи вам, чемпионы. Расул, ты совсем дебил? Ты чё творишь? Молодой, где ты, где я? Мы оба на работе сидим, ты сейчас передо мной. Вообще, блядь, при чём здесь это? Не-не-не, мне на хату нельзя заезжать. Я стольких туда посадил, меня в первый же день продырявят. Я всё продумал. Я записал весь наш разговор на мобилу. Этого дурачка схлопнут ещё в аэропорту. А, нифига. А ты хитрый малый. Я даже не ожидал. Какого хрена ты здесь делаешь? Ты же все записал! Я откуда знал, что в 2022 году никто экспортом не пользуется? Я материал не смог скинуть! Блядь, господи. А знаешь, посиди пару лет, тебе полезно будет. Блядь.